На бульваре Металлургов работа кипит с самого утра. Сотрудники предприятия «Спецремстройзеленхоз» спиливают аварийные деревья. Старых сухостоев здесь много. Самому молодому дереву полвека. Они представляют угрозу, тем более тополя. Ветки очень ломкие. При любом усилении ветра они падают и, как говорится, могут их по технике безопасности и угрожают жизни людей. В основном валку ведут весной. Именно в этот период легче выявить погибающее дерево. В этом году на территории города запланировано спилить 900 кубов деревьев. На их месте высадят липы, ели, туи и каштаны. Новые насаждения появятся и в Кировском районе. Работы на бульваре будут вестись до начала лета. Здесь спилят еще несколько сухостоев. Взамен высадят саженцы новых молодых деревьев. Лариса Шлафа, Станислав Левин. События.